Один из гостей, приглашенных на встречу с учащимися, Асхат Нурлыбаев. Молодой человек получил высшее образование в Корее и сейчас занимается собственным бизнесом. Впрочем, чтобы достичь успеха, не обязательно учиться за рубежом. Достаточно определиться с будущим и упорно двигаться к намеченной цели, советует школьникам Асхат. Проекты, которые реализуем мы, не требуют больших финансовых вложений, ведь это не заводы и фабрики. Если чего-нибудь по-настоящему захотеть, то ты обязательно достигнешь цели. Поэтому подрастающему поколению я предлагаю выбирать определенную профессию и изучать ее в течение 4-5 лет. Если стараться и хотеть успеха, то обязательно удастся его добиться. Идея создать форум, на котором успешные люди будут делиться опытом со школьниками, принадлежит Каратаускому акимату. В ближайшем будущем чиновники планируют подписать трехсторонний меморандум с директорами школ и бизнесменами, после чего аналогичный форум охватит все учебные заведения района. Встреча с молодежью именно тех ребят, которые обучились в разных странах Европы и Америки именно по программе «Болашак». Не только «Болашак». Кто-то, допустим, по Балашаку обучал государство, кто-то сам поступил, да, по своей инициативе, кто-то вообще учился выиграл кто-то, допустим, лицензию. Показать, вот есть люди, которые обучались просто так, а не так, чтобы дядя оплатил, тетя оплатил. Участие в форуме приняли 10 спикеров. Присутствовавшие на встрече школьники смогли задать им все интересующие вопросы.